Проверки в антикоррупционной прокуратуре и прокуратуре по борьбе с организованной преступностью продлены до 10 января. Об этом после заседания Высшего совета прокуроров заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, который ранее и распорядился об их проведении. По его словам, решение о продлении проверок связано с большим объемом работы. Но инициалом преконизат верификации прокуратуры ЛОР. Изначально я планировал проверить деятельность специализированных прокуратур за последние 4 года. К сожалению, из-за большого объема работы завершить проверки к оговоренному сроку мы не успели. Стояногло также сообщил, что продолжается проверка имущества Виарила Мараря, который ранее был отстранен от должности главы антикоррупционной прокуратуры. В зависимости от результата станет ясно, сможет вернуться Марарь на этот пост или нет. Это зависит от результатов проверок, проведенных в специализированных прокуратурах. Если результаты проверок не выявят серьезных нарушений, допущенных данным человеком, он продолжит работу. Генпрокурор также отметил, что после завершения всех проверок подробности о них будут представлены в рамках специальной пресс-конференции.